Всем привет! Сегодня готовлю новогодний салат апельсин. Очень вкусный. У меня ингредиенты все отварные, и для его приготовления нам с вами понадобится морковь, 2 штуки, лук репчатый, 1 штука, картофель отварной, 2 штуки, куриное филе 0,5 килограмма, огурцы соленые, 3 штуки, сыр 200 грамм, майонез. Натираем на терке картофель и морковь. Нарезаем кубиками огурцы. Далее нарезаем куриное филе и меленько лук. Формируем салат, выкладываем все слоями, смазывая между собой майонезной сеточкой. Оставляем немного моркови для того, чтобы выложить сегменты сверху. Все аккуратно поправляем ножом. Вот такой новогодний апельсин у нас получился. Очень вкусный и красивый салатик. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока!